А ну-ка, уголечек. Привет, дружище. Ну, немножко уже даже шорстка. Шорстка начала, да? Или то еще мне показалось, что? Не, она будет отрастать. Она же просто ну, да, да, да. Вся зализанная. Не кушает, не? Он сегодня сам покушал сухой корм. Серьезно? Да, сухой корм? Да. Так что, уже потихоньку будем думать, да, уже? Ну, это вы все будете обсуждать с врачом. Конечно, конечно. Мое то солнышко. Скажи, это очень мне даже неплохо. У дяди. Водичку пьет, да? Да, пьет, скажи, корм кушал, водичку пьет. Ну, он, мне кажется, веселее. Немножко, конечно, худой. Худой, что замызганный, но ничего, ничего, да. Ой, а что на один глаз вообще какой-то на выкате? Ну, не, у него все в порядке, просто он еще там немножко воспаленный. Ну да, да, да. А этот? Этот уже Галючек, нормальный. Блин, у нас, видите, уже весь зажил, соклеет, этих выделений нету. Нету, да? Mm-mm. Ну так да. Получше. Мы еще лазики капаем, так что в процессе выздоровления. А вы не знаете, его же надо будет придется отдельно держать от всех котов, да, наверное? Ну, да, какое-то время точно. Какое-то да. время точно, да. Оно не может перерасти, он все это, как, знаете, как дети перерастают. Все это, или это на все. Это все лучше спросить у врача, ну, да, потому что да, у него же там и лейкоз, и. Ну да, вот это вот. Лейкоз это же вообще страшная штука. Угу. Ну что ж, хоть бы сколько прожил. Может, хоть вырастет, хоть детей пусть. А дети тоже такие, да, склонны будут, скорее всего. А, ну да. Ну посмотрим, ладно. Ну. Ну не факт, что все. Ну, короче, красавчик. Такой хороший кот очень. А вы не знаете, все это не передается людям? Вот это, лейкоз да. нет. Кошачий нет. Ну как, и полипопения, хламидиоз? Нет, нет, нет. Ну, хламидиоз, ну, у него же нет хламидиоза. Нет, да, потому что тот врач, что я у него лечил, Мелифис, сказал, что хламидиоз. Ну, может, у тех, кто у остальных был, тех, кто я лечил, всех вылечил. Лечу даже еще. Ну, понятненько, спасибо. В общем, такой позитивненький. Лучше он, вы шо, он лучше, Катенька, он лучше. Да, то я сама вижу, намного лучше. Да. Ты же сам сухой корм поел даже, да? Да, сегодня утром сам. Да, еще один. Скалы у вас. Что за...